что? Бороться!
бегаю быстрее! Стопни! У тебя и впрямь божественные силы! Элла.
Что это было? Это что? Что ты тут делаешь? Что? Что ты делаешь? Большое спасибо. Yeah!
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Берегись взгляда Горгоны. Как скульптору удалось передать каждую мелочь?
Давай. Найду укрытие. Ну! Посейдон, бог морей. Спасибо, что бережешь Адрестию.
не вижу тут солдат. Одни пираты. Похоже, они правят островом. Прошу пощады! Так, значит, пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем в Аттику и самих продаем в рабство. Увести его отсюда. Я думал, вы работорговцы. А ты кто? Я Алексиус. Ну, Алексиус, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Я надеялся встретить великого пирата Ксению. Льстишь ты умело. Но зачем я тебе понадобилась? Хочу заключить сделку. Почему я должна доверять тому, кто пробрался сюда тайком? Я искал встречи лицом к лицу. Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Алексиус. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Она моя мать. Я не видел ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь. Вот, это тебе. Ничто так не услаждает слух, как звон монет. Теперь говори, когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись. Пора отплывать. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь? Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Она была пиратом? Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле. С тех пор я о ней ничего не слышала. Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море. Давно. Она дала мне надежду. Я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Спасибо. Я... Запомни, важно не место, а люди.
Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины, Каспасии. Вроде она не настолько глупа. Ты знаешь, в чем дело. Жаль только, что груз теперь плавает в море. Ха! Забрать торговый корабль, дайте Ксении и Охра. Можем чем-нибудь... Да. Вы... Ничего мы не говорим. Обожаю интересные истории. Истории про Гатарзиса все... Я хочу найти корабль. Ну... Тогда я помогу тебе. Будет о чем посплетничать. Что такое Ох? О, эта вещь ценна. Афинине, хоть... Где я могу найти как... Зная Гатарзиса. А, он должен был перехватить груз рядом с... О каком капитане идет... Гатарзис. Скорее... Спасибо. Если найдешь Охру... Конечно, друзья. Малаки. Нужно найти Охру. Это легкие деньги. Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровище для Ксении. Полагаю, ты хотела бы... Дело в том, что ее украл правитель Кары. Тебе повезло, что я не пират. То есть ты поможешь мне? Думаю, я смогу. Наконец-то Посейдон... Куда мне нужно? На ту сторону острова. Табличка в доме правителя. Я найду твою... Ксения... О, мои планы сорваны. Как я его найду без таблички? Двуличный малак. Что надо? Все не вовремя. Стой! Тебя послала Ксения? Сказала тебе... Слава Посей... Корабли вторгаются в... Я согласен. Несколько спартанских, несколько... Как много... Не забывай, топить их нужно под флагом Ксении. И... Дыры в парусах, три сломанных весла, еще два во втором ряду. Треснуло. А, не дня отдыха, клянусь всем.
Ясно, не парта. Нужно действовать осторожно. Yeah.
Готовьтесь, отплываем! Возвращение! Вперед! Non sarà di te, per mi ti calore, per mi ti calore.
Осторожнее стрелять! Следы крушения, а вот и Охра. Если заметят, мне не сдобровать. Нам теперь не уплыть. Я не вот... Корабль! Простой торговый корабль! И пусть... Мы недалеко от Келса. Нас найдут, это точно. Акулы найдут тебя. Стойте! Не вмешивайся! Сейчас капитан получит по зас... Он ваш капитан! У капитана должен быть корабль. Если поможешь вернуться в Келс... Отойди. Прочь с дороги! Капитан. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Спрячься за мою спину. О, боги! На помощь! Ну и битва, да? Спасибо тебе. Очень надеюсь. Что ж, тогда вернемся на мой корабль.